24/7, Владикавказ. Здравствуйте. После капитального ремонта распахнула свои двери Владикавказская школа номер 27. Сотни радостных и нарядных ребятишек пришли на свой первый звонок в обновленную «Альма-Матер». В разные времена ее заканчивали выдающиеся люди. Поэтесса Ирина Гурджубекова, архитектор Суслан Салагов, композитор Ацамас Макоев, журналист Владимир Дзуцев. А носит школа имя еще одного своего выпускника, покорителя Арктики Юрия Кучиева. Первый звонок для учащихся обновленной 27-й школы Владикавказа собрал немало почетных гостей. Это глава республики Вячеслав Битаров, председатель правительства и члены кабинета министров, представитель Северной Осетии в Совете Федерации Арсен Фадзаев, глава столичной администрации Борис Албегов. Ну и, конечно же, самые главные участники праздника – учащиеся, не только первоклашки, а все те, для которых прозвенел первый звонок в обновленной школе. Напутствие детям перед учебным годом дал глава Вячеслав Битаров. Хочу пожелать коллективу учителей, которым дальше придется трудиться в этой школе, пожелать им здоровья, терпения, успехов в работе и, конечно же, достойных и известных учеников, таких как Юрий Кучеев. Я хочу пожелать нашим ребятам, которые продолжат свое обучение в этой школе, и особенно пожелать тем ребятам, которые сегодня впервые переступят порог этой школы, здоровья, успехов в учебе и чтобы всегда радовали своих родителей. Школьные классы отремонтированы, оснащены новой мебелью. Просторные столовые, актовые спортзалы также оборудованы и оснащены всем необходимым. Терроризм. Именно с этим ужасающим словом, за которым стоят человеческие жизни, связана дата 3 сентября. Ежегодно в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в 2005 году. Накануне в траурных мероприятиях, посвященных 14-й годовщине террористического акта в средней образовательной школе номер 1 города Беслана, приняли участие сотрудники Владикавказской мэрии во главе с Борисом Албеговым. Они посетили мемориальное кладбище «Город ангелов» и возложили цветы к подножию монумента «Дерево скорби». Живые цветы легли и на могилы невинно погибших. А в 19:00 на площади Штыба состоялась акция, посвященная Дню солидарности борьбы с терроризмом «Свеча памяти. Беслан. Мы помним». Организатором которой выступило Управление культуры администрации местного самоуправления города Владикавказ. Участники мероприятия, а это более 400 человек, почтили память жертв бесланской трагедии «Минуты молчания», зажгли свечи. В завершении акции жители столицы республики выпустили в небо белые шары. Напомним, в теракте 1-3 сентября 2004 года погибло 334 человека, из них 186 детей. На протяжении трех дней в заминированном здании школы боевики удерживали 1128 заложников. Часть автобусного парка «Владгортранс» обновлена. Автомобили, осуществляющие перевозку школьников в образовательные учреждения и обратно, готовы к предстоящему учебному году. За время каникул муниципальный транспорт был обновлен. Окрашены кузова, установлены специальные оранжевые маяки в соответствии с правилами безопасности при перевозке школьников. Установлены тахографы и система навигации «ГЛОНАСС» для отслеживания маршрута подвижного состава на мониторах предприятия. Помимо этого, в каждом салоне имеются две аптечки, два огнетушителя, а также знаки аварийной остановки. «Владгортранс» осуществляет перевозку детей 9 автобусами из мест, находящихся от школ вне шаговой доступности. Услугами муниципального транспорта пользуются 348 школьников. Весь подвижной состав предприятия насчитывает 50 единиц автобусов. Необходимо отметить, что большая часть перевозимых пассажиров – льготная категория граждан, имеющих бесплатное право проезда. Школа «Болта», она находится очень далеко от других населенных пунктов. Они тоже входят в черту города, начиная с Верхнего Ларса. И там есть такие поселки, как Верхний Ларс, Езми, Чми. Оттуда до Ларса и потом после учебы обратно их развозим. Точно так же это касается из Попова хутора, мы забираем детей. Возим 21-ю школу, 24-ю школу. Среданта, где школа 9-я, по-моему, она была, ее закрыли. Мы их теперь возим сюда, в город, на учебу. 24/7. Владикавказ. Всего доброго.